Всем привет! Вы смотрите «Черное море» каждый день. Это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Так что обязательно записывайтесь на мои экскурсии, подписывайтесь на мой канал. Все ссылочки для вас, как всегда, в описании. Сегодня 2 декабря. Время полпервого. На море шторм. На небе облачно. Температура воздуха около 16 градусов. Здесь на пляже, на волнах катаются саперы. А за этим всем наблюдает куча людей. Утром, конечно, гораздо меньше людей на пляже. Днем все просыпаются и выходят посмотреть на море. Вот такая погода сегодня в Сочи. Так что обязательно записывайтесь на мои экскурсии, подписывайтесь на мой канал и смотрите «Черное море» каждый день. Всем пока!